великой победе и всем народам России посвящается. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Здравствуй, родная. Только что вернулся с передовой и тороплюсь сообщить, жив и здоров. Бой был тяжелый, многие не вернулись. А теперь тишина. Встает солнце, рассвет, а там у вас уже, наверное, утро. Солнце, которое сынок, я вижу, чому та два знема сейчас светит на тебя. Я хвалююся, я к мати. О, как бы я хотел оказаться одним. Рідна моя ненька, матуся моя, як ви там без мене? Як там Оленка? А що ви робите? Мабуть, багато що й робить. Оце як почну писати до вас, так зразу сльози із очей втекли. Гамарджова, мама. Цер фронт із хазіда. Мек аргат вар. Кушин метаурма мадлова гадами хададам. Ты знаешь, я не погибну. Я обязательно вернусь, ты только жди. Мама, рогурариян гивидадат. Ты только жди, и все будет как прежде. Наш дом, мирное небо над головой, и мы. Товарищ командир, артисты приехали! Восьмого мая 1945 года Великая Отечественная война победоносно завершилась!